Катя, но опять его, к сожалению, нет. Давайте поаплодируем ему. Это было очень и очень много. Это все гора была. У него, наверное, наши подписчики нет. Итак, поехали дальше. Ребята, я сейчас вам вопросы хитрые задам. Коль отрицательный ответ, прошу ответить словом «нет». А утвердительный, тогда скажите громко слово «да». Не сомневаюсь я, ребята, у каждого из вас ума палата. Но у меня для вас совет. Ответы «да», ответы «нет» давать мгновенно не спешите. Подумав крепко, говорите. Опять слушайте очень внимательно. Итак, девчонки, начинаем с вас. Откройте мне один секрет. Живут жирафы в море? Нет. А чешки? Машинам дан зеленый свет. Идти по зебре можно? Да. Нет, это машинам зеленый свет дан. От мамы идти нельзя, девчонки. В окошке утром солнце свет. Ночь наступает, верно? Нет. А чешки? А будет нам видна звезда, коли ночью небо в тучах? Нет. Девчонки, ведь без кленового листа флаг Украины, точно? Нет. Без кленового, так? Да. Читатель, прочитав всегда, съедает книжку, правда? Нет. Худой мальчишка, как скелет, легко поднимет штангу? Нет. С аэродрома поезда по полосе взлетают? Нет. У пешеходов есть мечта, споткнувшись, рухнуть в яму? Нет. Ответишь ты без труда, зимой цветет черешня? Нет. Замерзшая вода тверда, вода стать может газом? Нет. А подумайте, получили пар, да, когда из-за высокой температуры. За вторником идет среда, за четвергом суббота. Нет. Друзьям ты говоришь привет, и завучу так скажешь? Нет. Садится слон на провода, чтобы пообедать, правда? Нет. Что ест лягушка на обед? Слона с горошком, правда? Нет. У жабы точно нет хвоста. А у коровы есть он? Да. В тени плюс 30. И тогда мы шубы одеваем. Нет.